Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать следующее. Вы вносите сами определенный вклад в ссору, в конфликт с ней. Это первое. То есть вот ну, со своей кумой вы вносите свой вклад в конфликт. То есть если бы вы сами конфликт не поддерживали, если бы вы сами не вносили в него некий вклад, вот, то конфликта бы, скорее всего, не было. Поэтому здесь нужно обратить в первую очередь ваше внимание на то, какой именно вклад вы вносите в конфликт с своей кумой. Это первое. А второй момент заключается в том, что судя по всему, вы не можете выстроить как бы четкие границы достаточно между вами и, опять же, кумой. Вот. То есть вы не можете ей вовремя, как мне кажется, сказать нет. Вот. Почему-то. По крайней мере. Вот. И очень важно, как мне кажется, на это обратить ваше внимание. То есть такое ощущение, что у нее есть какая-то власть над вами, что ли. Вот, и эта власть, она на вас влияет, и влияет на вас, достаточно сильно, как мне кажется, опять же, по моему мнению. Вот, значит, нужно, соответственно, посмотреть, как, условно говоря, вас задевает то, что она, например, то есть она говорит вам или про вас, вот, нужно посмотреть, как на вас, условно говоря, это влияет, да, если это влияет на вас каким-то образом, вот, и, соответственно, уже дальше разбираться с тем, как вас это как вас это задевает, да? Вот. Если вас это задевает, конечно же. То, что вас это задевает, это очевидно. Как мне кажется. Вот. По моему мнению, да. Совершенно очевидно, что вас это волнует. Совершенно очевидно, что вас это беспокоит. Вот. И совершенно очевидно, что как-то вот вы хотите, чтобы, было по-другому. Вот. Хотя это, вероятно, и совершенно невозможно. Вот. А вы, на мой взгляд, делаете довольно классическую ошибку, в том смысле, что пытаетесь понять
человека, вот, вы пытаетесь понять, почему она вам завидует и так далее, а нужно больше исследовать свою реакцию на нее, да, на ее действия, на ее поведение, на ее поступки, на ее слова. Вот. И разбираться непосредственно с этим и реагировать соответствующе. Тогда вы получаете все шансы на то, чтобы исправить положение, да, то есть исправить положение вещей. Вот, вы получаете все шансы на то, чтобы ну, сделать ваши отношения с кумой максимально возможными, максимально возможно хорошими. Вот. Настолько, насколько, ну, вообще это реально сделать, потому что, ну, понятно, надеюсь, что есть какие-то вот какие-то ограничения, могут присутствовать какие-то ограничения, которые, ну, мешают, которые блокируют, ну, возможно, развитие вашего, ну, вашего взаимодействия. Вот. И чтобы это убрать, вот, а вам как раз, как мне кажется, нужно быть максимально искренним. Вот, искренность — это не всегда, далеко не всегда это, ну, ответ тем же на то же. То есть это не всегда ссоры, вот, это не всегда какие-то такие вот конфликтные ссоры. Это может быть и, ну, такая, я бы сказал, более, может быть, ну, может быть, более зрелая реакция, вот, то есть, более такая, ну, сдерживающая эскалацию конфликта, вот. Но для этого, конечно, требуются некоторые навыки, как мне кажется, в одну из первых очередей, вот, и требуется принятие человека таким, какой он есть в данном случае. Речь, конечно, идет про вашу, я так понял, это родственница ваша. То есть речь идет про родственницу. Значит, принятие ее такой, какая она есть. Вот. Ну и принятие чего-то в себе тоже очень важный момент. Вот, если ничего из этого вы не делаете, или если ничего из этого вы не готовы, например, сделать, да, вот, то ваши попытки, скорее всего, будут обречены на провал, и никаких отношений с человеком вы выстроить не сможете. Потому что это сделать невозможно.
если вот не проявлять некоторую такую устойчивость, да, вот, если не проявлять некоторую такую, ну, может быть, демократичность во взглядах, да, вот, и так далее. Это будет довольно сложно, я бы сказал, что практически нереально. Вот. А как вы сами захотите действовать в, ну, вот, в подобной ситуации, я не знаю, это что. Зависит, на мой взгляд, только от вас, вот. И как бы тут решать, мне кажется, нужно только вам, вот. А если мы говорим непосредственно о том, почему люди завидуют вот другим, да, ну то есть вот. Как так получается, вот. С чем это связано, да, если мы говорим об этом, в частности. То, что это всегда вот внутренних проблем. Ну, от внутренних проблем, я имею в виду, человек. Вот. И мне кажется, что ваша основная задача здесь заключается в том, чтобы ну, в какой-то степени, знаете, может быть, подняться над своей кумой, да, вот, как я понял, она достаточно уже пожилая, и спорить с ней, там, например, или пытаться что-то доказать, ну, невозможно. Поэтому все, что можно сделать, это стараться просто быть собой, вот, и обращать внимание именно вот на уверенность свою в себе и на то, как вас это, например, задевает, если задевает. Мне кажется, что вас это задевает. Мне кажется, что вас это задевает, мне кажется, что вас это задевает, ну, знаете, достаточно сильно, мне кажется. Я, понятное дело, что могу ошибаться, вот, но мне кажется, что довольно сильно вас это задевает. И важно понимать, как мне кажется, еще такой момент, что я не говорю, что, ну, это плохо, что вас это вызывает, ни в коем случае, ни в коем раз не хочу сказать, что вас это, ну, не должно, например, вызывать, вот, но важно, чтобы вы адекватно умели с этим справляться, важно, чтобы вы адекватно умели с этим, ну, уживаться, потому что не все бывает, к сожалению, вот, так, как вот мы хотим. И, ну, в данном случае это как никогда, мне кажется, справедливо.
Вот. Такой вот момент, пожалуй, я могу вам здесь сказать. Соответственно, подумайте об этом, соответственно, обратите, пожалуйста, свое внимание на это. Вот. И если вам это показалось полезным, если, ну, если мой ответ, например, показался вам интересным, да, вот, то обязательно постарайтесь дать обратную связь на него. Это позволит вам начать свою работу над собой. Вот, это поможет вам начать проработку этой проблемы. Вот, и в конце концов вас она беспокоит, перестанет. Так или иначе. Потому что если вы позволите себе прожить боль, которая у вас есть от этой ситуации. Вот, ну, естественно, что она есть, эта боль. Вот, если вы себе позволите это сделать, вам станет в разы легче. Вот, мне же кажется, что, ну, в какой-то степени вы пытаетесь все это держать в себе, пытаетесь справиться сами, в итоге страдаете и, в общем-то, мучаетесь, вот, от чего может, в принципе, у вас появляться ощущение безысходности, ощущение того, что ничего не исправить, ничего не изменить и так далее. Вот. А это не совсем так. Вот, поэтому я здесь должен поддержать своего коллегу, вот, Кудряшова Игоря Леонидовича, вот, в его, как бы, мысли, что вы не можете изменить ее, но вы можете изменить свое отношение к ней. Я бы выразился бы даже немножко по-другому. Вы можете изменить свое отношение к себе. И в рамках своего отношения к себе по-другому относиться к тому, что происходит между вами с другой. Вот. В частности, к зависти. Мне почему-то показалось, что вы можете чувствовать вину перед супругом. Вот. То есть, ну, вы можете чувствовать вину, если вам завидуют многие люди, кто плохо воспринимает зависть, вот, многие люди, именно поэтому плохо воспринимает зависть, потому что чувствует себя виноват. Соответственно, вина – это как, ну, как правило, да, вина. Подавленная злость, вот, и, соответственно, вам тогда нужно увидеть, где и как вы подавляете эту самую злость, вот, и, наверное, перестать ее подавлять, вот, я думаю, что такой вариант тоже может быть, либо вы можете бояться каких-то, ну, угроз, да, каких-то вот. Вы можете бояться того, что вам она
по вашему мнению, может что-то сделать. Вот. Такие опасения тоже могут быть. Вот здесь, конечно, уже немножко другое, да, здесь вопрос о защищенности, ну, вашей защищенности, например, и так далее. То есть тут вот такой аспект очень важно зафиксировать обязательно. Вот, потому что, ну, понятно, что вас это тревожит, иначе бы вы не обращались бы к нам за помощью. Вопрос только в том, на какую конкретно помощь вы рассчитываете. Вопрос только в том, какой помощи вы хотите. Потому что если, например, помощь в вашем понимании упирается в то, чтобы мы помогли вам понять, почему человек действует определенным образом, то я боюсь, что нет. Тут нет, 100% нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи.